Всем привет, друзья, Махмуд Лар. 4 часа, мы пришли с набережной. Потом показал я вам вид с этого замечательного дома. Привет, Казань большой. О, вон стоит мое любимое кресло у людей на балконе. А сейчас мы пройдемся немножко вот так, а потом выйдем на ту улицу центральную, которая к рыночку ведет. Здесь где-то Зина живет. Где-то вот, вот тут вот, я забыл. Тут. Зина, привет. Может, это и хорошо, что солнце ушло, потому что я мокрый бы сейчас ходил по солнцу. В принципе, весь день же, да, солнечно сегодня был. А сейчас вот попустило. Ну, по ощущениям, сейчас тут, ну, не меньше никак 25, вполне комфортно, нормально. Ну, 24, может быть, минимально. Нормально, я в футболке, в шортах. Не жарко абсолютно. Такие вот потрясающие виды, друзья, вы увидите. Наверное, еще не на канале. Вот там я только что стоял наверху, и вы это все увидите. Все абсолютно кафешки уже работают, Махмутларчики. Все работает. Люди кушают. Я вспоминаю кафешку, правда, Махмутлары, как мы сидели. Блин, ну самая лучшая кафешка там была на балконе. Какой кайф, сидишь на балконе, пьешь чай. Блин. Ну вот этих вот домов я реально 2 года назад вот... Ну, не знаю, ну, что-то я вот его не помню, вот этот большой дом красивый. Может, я гоню, конечно. Хочется весь Махмуд Лар вот так все исходить, да? Вообще обожаю его просто. Давайте чуть-чуть по той улице пройдемся. Это там Ататюрка следующая будет, получается. Это Барбаросса за спиной у нас. Трансфер Газипаша, 150 лир такси стоит. Бим. А, Зина вот там живет, возле Бима, по-моему. А как называется? Я забыл. Вот вчера я мог купить суп из курицы. Суп Ишкембе там был, еще что-то. А я взял... Там был корень сельдерея нарисован. Блин, тут нет такого, наверное, да? Боже, какой же он вкусный. Я не имел понятия, что можно делать суп из корня сельдерея. Но такое впечатление, что там еще была чечевица. Он такой был похож на гороховое. Такой на гороховое немножко. Но вот корешки плавают сельдерея, морковки. Какая ж вкуснятина. Парикмахерские. На каждом шагу. А Денис Электрик. Можно за свет платить в таких организациях. Кто не знает, на почту всегда очередь. Когда видите Денис Электрик, заходите и платите за свет свои квитанции. На почте надо стоять всегда в очереди. У них всегда нет очереди. Что растет в теплицах, смотрим. Капуста, да? Капуста в первой теплице, во второй. Не помидоры, а что-то. Не баклажаны, а что-то такое цветет. Или баклажаны. Не баклажаны. Думаешь? Да нет, никак. Думаешь, что это бурьян? Хотя, возможно, да. В этой точно ничего нет. Обожаю отходить по Махмуд Лару, потому что интересно, что вот крутые дома сочетаются вот с такими вот видами, и это по-своему здорово. Когда вот курочки ходят, да, возле дома, крутого дома. Класс, обожаю это все. Ветеринар-поликлиника, прикинь, не знал даже, будем знать. Люди, если кто-то не знает и кому-то надо, ветеринарная поликлиника в Махмуд Ларе, вот она. Вот она, недалеко от этого дома, башня с часами тут рядом. Телефон ветеринара +95 444 307 0700. Вдруг кому-то надо телефон ветеринара. Ой, как я давно тут не ходил тоже по этим улочкам. Суши тайм. О, я не видел. Интересно, было 2 года назад. Какое это? Ну, мы-то в центре, по сути, просто чуть-чуть отошли. Суши тайм. Работаем. Сейчас пройдемся, кусочек пройдем, буква так П. Выйдем туда, потом к рынку пройдем. 20-50 метров пройдем по Барбаросса улице. Вот прикольная кабинка, да? В дождь можно кататься. О, Киев стоит. Привет, Киев. Ни одну машину не пропускают. Привычка с детства. Я всегда ездил. Папа задал было оплатить, дедушка, когда даже работал этим
милиционером. Папа всегда возил фуражку сзади, ментовскую палочку, чтобы не штрафовали. Короче, я с 3 лет буквально сидел с папой впереди. Тогда не было никаких детских сидений. О, рассада. Вот это перчик, да? Мама занималась этим. И, короче, папа не успел штраф оплатить. Потом, когда уже фуражка не действовала иногда. А иногда катила фуражка. Смотрят, фуражка с палочкой лежит, дедушкина. Не останавливали даже. Я постоянно ездил впереди. Лет в 5 я уже мог заводить машину. Даже раньше, наверное. Оливки есть. И поэтому у меня с детства привычка. Я всегда смотрю на номера вот обязательно. Я сейчас вот каждую машину, которую я вижу, я сразу просматриваю номера. Местные, не местные. А, это ж мы еще не вышли на Ататюрка еще. Еще чуть выше. УАЗ-101 здесь, я его и не помню. Махмут Ларчинг. Блин, на этом хочется покататься. На такой штуке. Газ. Не все насмотрелся, как они возят летом газовые баллоны, раскаленные на солнце. Кто-то мне доказывал, что они не реагируют на солнце. Реагируют еще как. Нашел большую тему про баллоны, почитал. Еще раз очередной перекрестился, что у меня дома нет газового баллона. Потому что взрываются не только от солнца, а просто от брака металла, от брака швов, от всего чего угодно. Я просто был печальный, как бы не у меня лично опыт, но я знал, что такое взорвавшийся баллон. Правда, большой был советский, в Севастополе, в Любимовке. И не при мне это было, но в принципе я мог бы там снимать комнату, где он взорвался прямо вот возле меня, и был бы. И неизвестно, был бы я сейчас вообще с вами. Поэтому газовые баллоны я дома не держу. Так, я не понял, мы на Ататюрка вышли или нет? Я уже... Ну да. Да, это ж Ататюрка, если я не ошибаюсь. И теперь идем в сторону. О, там же ж памятник. Сейчас памятник покажем. Я ж вот по этой улице тоже 1,5 года не ходил, наверное, уже. Класс. Так приятно. Своя атмосфера есть в Махмутларе, своя атмосфера в Оба, своя атмосфера в центре Алани. Именно этим они и хороши, эти районы. Вот, блин, ну неужели вот эта вот квартира здесь будет стоить 30 тысяч евро? Не будет? Так я ее хочу. Если она стоит 10, я ее хочу. 10 легче найти, чем 30. Ну реально, таких же домов немало. Блин, опять же, вот надо Юле показать и спросить. Меня вполне устраивает. Если это будет моя квартира, и если такое можно купить за реально за 10 тысяч, я вполне с удовольствием. Я найду 10 тысяч и куплю его. Вот надо узнать, сколько это стоит. Тут какая-то комиссия идет, все в масках. Я одел маску. Мне кажется, что кто-то идет. Какая-то делегация идет нам навстречу. Я думал, что мэр там. Ну так, в общем, чтобы видно было просто. Я мэра знаю, я не знаю губернатора. Тут есть еще и губернатор. Я его не помню, вид его. Возможно, он тут был, кстати. Но реально какая-то комиссия пошла. Ну как ты думаешь, может быть реально такое, что он стоит будет? Ну я вырежу потом с видео фотку сделаю. Ну не может она стоить 20. 20 тысяч не может так стоить. Ну не может, да? Хотя 10 тоже вряд ли. Все-таки Алания, блин. Может 15. Не, а сколько это в евро, да? Я так не понимаю. Не ориентируюсь. У нас, как ты вот видишь, в России не принято, а в Украине принято еще чуть ли не с 90-го года. У нас цены все в долларах. У нас даже каждый 12-летний ребенок, он понимает, что такое 100 баксов, что такое 1000 баксов. А у вас такого нет, я заметил. У вас в рублях все, в основном. Вот опять же, да? Ну не может там квартира стоить 30. Турецкий.
Ну откуда, я не знаю, это же наши кто-то продавал, опять же. Что-то машины знают. Хотя должны знать. Ну вот, ну почему не же? Сколько это в евро или чем-нибудь? 1,5 миллиона лир, конечно. Рублей. 150 тысяч лир. А 150 тысяч лир это... Сколько это, блин? Это... 600 тысяч гривен. А 600 тысяч гривен это сколько у нас долларов? Блин, ты заставляешь меня думать. Ну вот интересно, конечно, узнать бы цены на такие вот хотя бы домики. Я был бы, наверное, единственным иностранцем, живущим в таком доме, если бы я купил квартиру в таком доме, блин. Это трэш бы был. Я был бы единственным иностранцем, который живет в таком доме, мало так. Там далеко, конечно. Даже делю. А, Леша ж там где-то вот. Там шикарно, конечно, но далеко. Так, надо памятник показать. Приближения нет, поэтому придется подойти поближе к нему. Я уже и забыл, как он правильно называется. Не знаю. Известное слово. А, там по-английски. Слой. Я по дороге хожу как. Science in the must significant way to be followed in life. Я там хакин. Это тюрк. Слова это тюрка написано. А памятник этот посвящен. Ох, тюльпаны. Вот как же оно называется. Блин, турецкое слово известное. Что значит давно здесь не. А, к нему не подойдешь. Я хотел к нему подойти. Да? Тут нет подхода получается. Ходим по дорогам с тобой, вообще обалдеть. Люди у нас экстремальные эти. Я хожу ради вас, рискую быть перееханным автомобилем. О, красавчик, Ford Scorpio. Со спортивным режимом. Так, я не могу вспомнить, у меня выпало слово из головы. Название этого человека. А, Мевлана. Господи ты боже мой. Если бы не прочитал, не вспомнил бы точно. Познание английского мои потрясающие. Я даже не могу привести это предложение. Ну что там, возвращайся, приходи. Приходи еще раз, что-то в таком духе. Типа, заходи, приходи. Вот, если слово вот это, whatever. Всегда, типа, возвращайся. Еще что-то в таком духе. Блин, английский, конечно, у меня потрясающий просто. Мевлана. И горы. И все, и выходим мы на улицу с рынком. И идем на базар, наконец. Значит, так хочется апельсинового сока. Ой, у меня хлеба дома нет. Ой, хорошо, что я вспомнил. Блин, надо купить, а то еще потом магазины закроются, я забуду. Смотри, на апельсины еще больше хочется съесть что-нибудь. 5-6. Мандарины дороже, мандарин мало уже. Тебе щевой тоже ж нужен, да? Блин. И Сузу. У нас нет таких машин, смотрите, как классно. Чего у нас Исуза нет? Все равно родной, да? Какой-то махмутлан такой прям. Вообще просто. Мне кажется, у меня вот впечатление, что я, блин, реально здесь или родился, или я не знаю, или я турок внутри, или я, ну что-то вот, ну почему Турция у меня такая родная? Я, ну как это объяснить? Должно же быть какое-то объяснение. Люди, кто не был никогда в Турции, дай бог вам накопить денег и приехать просто хоть. Самый дешевый отель берите, просто пофиг, чтобы кровать была. Просто приедьте и походите и поймайте эту атмосферу. Вот вы ее уловите, если вы ее полюбите сразу, за секунду буквально.
Всем желаю искренне приехать. Не надо там собирать миллионы рублей. Просто приедьте, лишь бы у вас деньги были на билеты, где-то переночевать. Турция — это просто... Это не передать словами. Тут у меня любимая пекарня. Я всегда тут булочки всякие покупал. Треска. Хочешь что-нибудь взять? Кстати, домой можно посмотреть. Тут парень был по-русски говорящий, кстати. Ой, какие вкуснятинки здесь. Свежий хлеб можешь взять. Лепешки. Ох, лепешки. Все что угодно. Кексики. Батончики. А? Не, а что? Ну, еще что поменяться? Ничего с ним не случится. Они же, наверное, лепешки любят. Можно свежую лепешку. Какая красота. Бублички вот эти вообще обалденные. Батончики, лепешечки. Ну, они дорого должны стоить, я думаю. Не больше пятерки или какой-то. Не, она здоровая, да, если она поменьше. Как это называется? Так ты сама можешь тренироваться. А на кадр? Учлера. Три лира. Всего на все. Я так хочу булочку съесть, но не ем я пока ничего на улице. Не буду нарушать. Не, я не буду есть. Хочешь возьми, они очень вкусные. Вот эти булочки, бублички. Все потрясающе. Здесь сладостью. И здесь я подстригался, кстати. Я тут еще и подстригался, у меня тоже знакомый был. Или это он? Кому он раба? Да, он меня подстригал когда-то здесь точно. 2 года, блин, не ходил здесь. Ну, 1.5, наверное. В этой кафешке. А с кем же мы здесь? А, с Лешей мы здесь были. Или не с Лешей? Да, с Лешей были здесь точно. Вкусно пахнет. Сейчас мы дойдем туда, да. Рынок начнем оттуда снимать. Сейчас еще пройдемся тут мимо фонтанчика. Вот он, субботний рынок. И видео у нас с вами довольно большое получилось. Кстати, ну, я думаю, есть люди, которым приятно каждый камушек, каждую улочку видеть. Махмутлар, я думаю, в рады посмотреть. Сейчас мы оттуда зайдем. 8 лир авокадо. Начинаем рынок показывать. Авокадо уже я видел по 15 лир, даже они в России, наверное, дешевле. Представляешь, я вот так думал, вот тут классный мясной магазин. Если иметь вот несколько деревьев авокадо, то можно жить, наверное, вполне. То есть, если у тебя 5 деревьев авокадо есть, представляешь, на одном дереве сколько? То есть, если их там сотни, как апельсин, даже по 5 лир, по 3 лиры даже каждая. Представь, да, на одном дереве, сколько их там может быть. Женщина без верха. Хочется мне что-нибудь съесть вкусного. О, хурма. Хурма, помидорчики такие красивые. Не, как вредно. У нее куча полезных свойств, просто ее нельзя много есть. И желательно есть без шкурки. Кстати, помидоры тоже желательно есть без шкурки. Шкурка помидор очень вредная и очень сложная для желудка. Блин, как я за всем этим скучаю. Еще спасибо. Человеку, идущему рядом. Может, если бы она не шла рядом, я бы сейчас бы здесь не ходил. О, и наш он человек любимый. Но мы сейчас оттуда зайдем. Сейчас я с ним поздороваюсь. Я ему бутылочки с томата приносил. Стеклянные. Ну, он там продает постоянно что-нибудь. Мне же ему кидывать жалко. О, самый лучший человек. Сейчас я потом выйдем отсюда, пойдем туда. Руб 25 яички домашние. Вот оно. Раба! Нормально. Яблочки. Яблочки по 2 лиры, это айва по 3. А? Это по-французски? In school study English. А это эти. Это типа, вот у нас, по-моему, это Зизифус называется, да? У вас есть такое? Я в Херсоне первый раз его увидел. На финике похож. Да, он похож на финики. Зизифус. Я вообще обалдел, я не знал, что это такое. Но он у нас чуть побольше даже в Херсоне. Клубничка вот по 13 и по 12. Но мы сейчас выйдем, еще пройдем чуть мимо фонтанчика, а в рынок потом зайдем.
Пойдем, я тебя увожу с рынка, не дам тебе рынка. Мы сейчас вот так пройдем и там обойдем. Классный дядька такой. А я первый раз, когда это он меня увидел, короче. Ну, я так понял, что он видел мой канал. Он не знал даже, как канал называется, но он понял, что он видел мои видео. И это я с ним познакомился года два назад, наверное. Фонтанчики еще не работают у них этот перед летом, наверное. Профилактика. Это что-то типа адачай этого. А ну переводится на русский язык, адачай переводится как этот. Блядь, ни чабрец, ни шалфей, ну какая-то известная трава. А у них она называется адачай. Ну, оно полезное, его заваривать, пьют. Много очень людей в кафешке, ханджи. Обалденно вкусное место. Вот если бы кафе не работали, сейчас бы тут вообще пусто было бы, столько людей бы не было. А так как кафе заработали, сразу здесь вот такое. Это же так дешево, да, 3 лиры всего лепешка, да? 3 лиры, казалось бы, что такое 3 лиры. С пекарней, классная, свеженькая. Тут тоже антикоронавирусные скамейки поставили. А вот тут от ветерочек сейчас дует, немножко свежо стало. Когда ветра нет, нормально. Аптека с обувью. Все, друзья, с вас лайки. Сейчас я пару минут отдохну и пойдем снимать мы рыночек для вас. По вещевому, может быть, тоже хоть чуть-чуть, но пройдемся. Вот мы пришли в самый центр опять, башня с часами. Напоминаю, что видео с крыши того дома будет, не пропустите. Спасибо за лайки. Пока.